Времени суток, дамы и господа. Приветствую вас на своем канале, где мы с вами сможем за 3 минуты в день заработать очень приличные суммы денежных средств, просто принимая участие в аирдропах и баунти-компаниях от различных проектов, стартапов и ICO. Мало времени и много денег, такого не бывает, скажете вы. Но пришло время новых технологий и блокчейна, и реклама на данный момент просто бесценна. Сотни проектов начинают свою рекламную деятельность с высадки десанта. А именно так переводится airdrop. Это значит раздача первым участникам проекта бесплатных монет и токенов в криптовалюте, иногда и в долларах США, с целью рекламы и дальнейшего продвижения проекта в социальных сетях. А мы с вами и будем первыми вовремя получать эти монетки совершенно бесплатно на свои кошелечки и после окончания ICO и полной распродажи токенов проектами обменивать свои монеты на биткоины, а биткоины на доллары и любые фиатные валюты. Все очень просто. А монеты отдельных проектов по окончанию ICO и листинге на биржах вырастают в цене в десятки, иногда и в сотни раз. Как говорится, в мире криптовалюты делают огромные иксы. Тот же эфириум Виталик Бутерин когда-то раздавал бесплатно, а недавно цена этой монеты доходила до 1500 долларов США. Так что у всех у нас появился шанс стать миллионерами, не вкладывая ни копейки денежных средств. Единственное, нужно иметь терпение, ведь приходится ждать по 2-3 месяца, а то и дольше, пока закончится ICO, и наши монеты появятся на криптовалютных биржах. Но поверьте, оно того стоит. Ведь если ежедневно тратить всего по 3 минуты времени и успевать первыми получать нашу криптовалюту от хороших проектов, то и собственной... Что, собственно, я вам предлагаю делать вместе со мной на моем канале, то через пару месяцев мы будем получать ежедневный доход, обменивая на биржах наши токены на биткоины или эфир, а это дело лишь 2 минут. Поэтому подписывайтесь на мой канал, на мои группы в соцсетях, ссылки на них есть под каждым моим видеообзором. Вы их увидите, если нажмете на «Еще». Там будет вся актуальная информация. А также под каждым из видео есть ссылочки на проекты. И если у вас будет желание потратить еще по 3 минуты на каждый из этих проектов, переходите по этим ссылочкам, зарабатывайте больше. И даже если вы где-то не успеете и проект закончен, не беда, каждый день у меня на канале и в соцсетях будут появляться новые. Так что если вы со мной, подписывайтесь на канал, нажимаете на пальчик вверх, на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. И поехали. Сегодня мы с вами получаем 10 тысяч токенов от проекта Kava, что в эквиваленте составляет 10 долларов США. Но сумма небольшая. Но так как этот проект связан с видеоиграми, игровой деятельностью, то мы надеемся, что по окончании ICO и листинге на бирже эти токены серьезно подрастут и дадут нам неплохие иксы. Как правило, такие проекты выстреливают хорошо. Итак, кому интересно, вкладывайте. Мы же с вами, как обычно, получаем подарочные токены за прохождение в социальных сетях, за регистрацию. И ждем листинга на бирже и продаем, получаем прибыль. Итак, проходим, как обычно, по ссылочке, где написано «Регистрация под моим видео». И попадаем вот в такую форму для регистрации в этом проекте. Заполняем имя, фамилию, email адрес и нажимаем «Sign up» – «Подтвердить», «Зарегистрироваться». К нам на почту приходит письмо о подтверждении регистрации. Нам нужно будет проверить еще также спам, возможно, оно в спаме у вас будет. Нажимаете на «Start inviting» и... Соответственно, вам приходит вот такая вот ссылочка. Мы начали с вами реферальную программу, о ней я не сказал. То есть за каждого друга приглашенного реферала вы получаете еще тысячу вот этих вот токенов. Можно пригласить максимум 100 друзей, то есть получить 100 тысяч токенов. У меня вот один реферал. Это видно из письма, которое мне пришло. Как только по моей ссылочке зарегистрировался человек, мне пришло письмо, что вот есть Дмитрий, который зарегистрировался по вашей ссылочке. Поэтому у вас будет то же самое. Ну а теперь перейдем непосредственно к airdrop, чтобы получить 10 тысяч токенов. Итак, что нам нужно сделать? Нажимаем airdrop и попадаем вот на такую страничку. Здесь, чтобы пройти add airdrop и получить 10 тысяч токенов Kava,
Нам нужно выполнить 4 пункта. Первое. Телеграм, группу вступить этого проекта. Второе. Ретвитнуть пост, закрепленный в Твиттере. Вступить в Твиттер, соответственно. И сделать пост. Я вам покажу все, как это делается сейчас. И также вступить в Facebook. И также сделать пост. И заполнить вот эту вот формочку под четвертым пунктом. Но мы сразу, чтобы нам было легче, нажимаете сразу вот четвертый пункт, нажимаете на ссылочку. И сразу попадаем на эту формочку, и уже отсюда не будем выходить. Заполним ее, отправим, и airdrop будет считаться пройден. Итак, первое. Первый пункт. Регистрируемся в Телеграме. Разрешаем. У кого вступаем? Я уже вступил. У кого проблемы с Телеграмом, прогуглите, как это обойти. Все очень просто. Второй пункт. Здесь нам нужно подписаться на Твиттер, ретвитнуть прикрепленный пост ихний и также написать оригинальный твит. Что для этого нужно сделать? Проходим по ссылочке. Далее. Вот этот пост. Ставим лайк. Вот я как бы его уже сделал. Вот здесь вот пишите свою оригинальную фразу. Можете на английском, через переводчик перевести. Вот я написал Nice Project. Или еще что-то вы напишите вот здесь вот. И отправить. Ну, можно там... Давайте я напишу для наглядности, к примеру, там... Вот повторю, хотя так нельзя повторять, но... Вы что-то придумаете свое, там, супер, к примеру. И сразу смотрите, что делаем. Копируем. Копируем и отправляем. Ну, допустим, вот у нас супер получилось. Теперь мы уже лайк нажали, и теперь нужно ретвитнуть. И вот то, что мы скопировали, вставляем в комментарий. И твитнуть. Все. Ваш твит опубликован. То есть мы сделали твит оригинальный, так будем считать, потому что вы выберете что-то оригинальное, сюда вставите какую-то фразу свою. Далее поставили лайк и ретвитнули. С твитом, с твиттером разобрались. Закрываем. Далее. Значит, в Facebook заходим. Здесь нам нужно будет просто вступить в группу, также поставить лайк. И далее сделать репост. Значит, вот этого прикрепленного твита. Видите, вот здесь вот прикрепленный твит. Сейчас подгрузится немножко. Значит, вот здесь вот еще вылазит. Если у вас вылезет вот такая штучка, то есть он отдельный, то можно просто ее закрыть. Вот сюда перейти, убрать ее. И вот здесь вот подписаться. Поставить лайк, я уже это сделал. И вот прикрепленный, видите, где иголочка, это прикрепленная публикация написана. И вам нужно вот так вот нажать сюда, ой, не сюда, сори. Вот здесь вот видите, где написано внизу поделиться. Нажать на поделиться. И вот здесь вот поделиться. Поделиться сейчас, доступно всем, я нажимаю. Нажал, все, это опубликовано у меня. Далее. Все, теперь нам остается только заполнить форму. Переходим к заполнению. Вставляем свою электронную почту, email адрес. Далее имя пользователя в Телеграме, собачку не забудьте поставить. Далее имя пользователя в Твиттере, либо ссылку на Твиттер, на свою страничку, на аккаунт, ссылочку. Далее, и вот здесь вот нам нужно будет сделать ссылку на тот твит, который мы ретвитнули. Как это сделать? Значит, это вам нужно перейти к себе в Твиттер. На свою страничку в Твиттере. Вот здесь вот нажимаете на свой Facebook. Соответственно, копируете в строке браузера на свою страничку в Фейсбуке. Ссылочку вставляете. Здесь две галочки. И отправить. Все. Мы участвуем в аэродропе. Здесь у вас высветится такая табличка, то, что
Мы участвуем как раз, все уже сделали. И на этом все. Значит, всего доброго, до свидания. Вот справа у меня здесь высветится мой плейлист. В нем около 40 видео с этими проектами, поэтому нажимайте на него, участвуйте в других проектах. Всего доброго, до встречи.